Пламя распространилось по второму этажу на площади в 300 квадратных метров. 12 человек пришлось эвакуировать. Одну девушку спасли очевидцы. Выломали окно. По прибытию первых пожарных подразделений через 7 минут обнаружили, что горит двухэтажный дом сложной планировки. Полностью деревянный. Обшит сайдингом, кровля металлическая оцинкованная. Руководитель тушения пожара попросил дополнительные силы и средства микрорайона Мамайка Тихосинского района. На месте происшествия работали 42 человека и 9 единиц техники, в том числе газодымозащитная служба. В 8:36 удалось локализовать пожар. Причины выясняются.